Всем привет, ребят, с вами Gobzor.com, и сегодня у нас на тестах Powerbank от компании Hyper MPX 20000, модель с поддержкой технологии Quick Charge 3.0 и емкостью в 20000 мАч. Она доступна в российских магазинах. Более подробный список цен и характеристик по ссылке в описании к этому видео. В комплекте покупатель получает микро-USB кабель и набор документации. Корпус Hyper MPX 20000 выполнен из алюминия с аккуратным шлицем по краям. Внешние поверхности не марки, боковые торцы из белоснежного пластика. С одной из сторон нанесены подробные данные по спецификациям. Кнопка включения совмещена с группой светодиодных индикаторов. Активируются они при подключении нагрузки или ручном включении. Рядом два полноразмерных USB, промаркированных разным цветом. Скоростную зарядку поддерживает только один из них. Доступен USB Type-C, который можно будет использовать как для зарядки внешнего устройства, так и восстановления заряда. Этот разъем поддерживает Quick Charge 2.0 и 3.0 в зависимости от сценария эксплуатации. Также есть классический микро-USB, он работает только на вход, кабель для него уже есть в комплекте. Есть несколько вариантов своего исполнения – золотистый, серый, серебристый. Габарит у него достаточно компактный, вес 386 граммов. Поддерживается целый ряд технологий, среди которых Quick Charge 3.0, Huawei, MediaTek, Samsung. Подходит он для зарядки устройств с разными нагрузками, это и современные смартфоны, планшеты и носимые аксессуары. Со всем типом работал корректно. По завершению процедуры зарядки внешний аккумулятор автоматически отключается. КПД высокое, согласно нашим замерам она составляет 92%. Заявленная емкость 20000 мАч соответствует действительности. Этого хватит для 5-7 циклов зарядки смартфонов или 3-4 цикла сеанса зарядки планшетов. Внешний аккумулятор справляется с перегрузками, сохраняя низкие рабочие температуры. Есть защита от короткого замыкания. Рекомендуем для восстановления заряда использовать блок питания с Quick Charge. Он будет заметно сокращать время зарядки. Обычный 5-вольтовый – это 10,5 часов, адаптер уже на 9 вольт – 6,5 часов. Hyper MPX 20000 – добротный внешний аккумулятор с емкостью 20000 мАч, высоким КПД, поддержкой входной-выходной зарядки. Плюсом отнесем алюминиевый корпус, несколько вариантов цветового оформления и набор портов. С удовольствием обсудим этот Powerbank с вами, ребят, всем спасибо и пока-пока.